Не хозяин откроет ворота и уронит словечко вдогон. И погода сегодня не та, и не тот на перроне вагон. Я пожитки сложил в рюкзачок, закурил, попрощался с братвой, через левое плюнул плечо и потопал короткой тропой. Белый, белый, белый снег по весне растаял, и мелодию капель мне играет вслед. Белый, белый, белый свет, камера пустая, это лучший мой апрель за 15 лет. И все дальше высокий забор, я от счастья губу прикусил и представил, как въеду во двор на знакомом до боли такси. На этаж поднимусь не спеша, позвоню, дверь откроется, и на пороге родная душа, мать-старушка в платочке стоит. Белый, белый, белый снег по весне растаял, и мелодию капель мне играет вслед. Белый, белый, белый свет, камера пустая, это лучший мой апрель за 15 лет. Мне хозяин откроет ворота и уронит словечко вдогон. И надеюсь, уже никогда не увидит меня больше он. Белый, белый, белый снег по весне растаял, и мелодию капель мне играет вслед. Белый, белый, белый свет, камера пустая, это лучший мой апрель за 15 лет. Были мы на место своей ночевки. Это тот самый гиро, с которым мы были здесь. Только проехали чуть подальше. Место очень симпатичное. Мы немного обустроим лагерь и будем отдыхать. Ребята уже накрыли стол. Да мы не уже. И ждут предвкушения. Прыгают по лужам узы.
погода ливнем за порог. И полгода нет сюда дорог. И сизый полетел по лагерям. Он иначе поступить не мог. Оборву листок календаря и на день убавится мой срок. Речка невеличка подо льдом, замерзает каша в котелке. Эх, свинить бы ватник на пальто, да поесть в хорошем кабаке. Северный заносит колею, остужая голову мою. Начинаем охоту. Посмотрим, что нам попадает.
палатки, переночевали. Теперь сейчас по этой дороге, сейчас едем на Паанайярви. Наш крейсер загружен. Ребята сытые и довольные. Что вы хотите сказать перед выходом на воду? Братья, мы хотим сказать, братья-кролики, что мы счастливы. Очень любим друг друга. Да, братан, блядь, так не говори. На эти сердим мы. Наш первый выход к внутреннему озеру. Я-то вчера сбегал, а эти бездельники, они вчера сидели. Димка груженный, навьюченный, как лось. Их и так. На какое озеро? Да это я разговариваю с камерой. Мишка готовит снасть, Димка уже рыбачит. Собираемся на воду. Время часов 5 вечера. На то озеро мы сходили, несколько окуньков поймали. Теперь
Только ребята одевают резину, чтобы на воде не промокнуть. Такую погоду. Да сука. Ну ладно. С глубины. Еще рвало. Вот он, наверное, не увидел. Ну видишь, не шевелится. Потому что она устала. Ты приготовь палку. Значит, сошла? Да, нет никого. Значит, она дёрнула. А плотки не могли помешать никак? Наш завтрак ушел. Сейчас увидим. Это этот живцы. Да, сошла. Снимай поплавки вообще, зачем они нужны? Ну давай. Мне кажется, она боится, когда леска наверху. Лучше бы она в воде была. Наверху ее видно. К следующему орудие улова. А что ты говоришь перевернут? Он красный сверху. А движется, да? Окунь гоняет, да? Ну ладно, тогда это, я его сейчас на лодке вытащу. Первый раз у нас такое, да? Что ничего. Не, ну тогда хоть щучка была на круге. Давай я буду. Сейчас посмотрим. Дальше, да? Она где-то посередине, на третьем, а не на четвертом. Главное ее не волновать, чтобы она... А, на четвертом, вон она. Она либо... Ну, если она... Ну, может, она... Если она в этом... Она уже вымоталась. Скорее всего, да, вымоталась. Вон она, на четвертом. Все равно приятно. Да, еще не поймал. Давай, хочешь, я буду тянуть, ты возьмешь. Давай. Держи. Так, сюда. Нет, скорее всего мне тянуть надо. Ну давай, тяни, тяни. Чтобы не вытаскивать ее, все он беситься начнет. Да, на... Давай сюда ее, чтобы из воды она не выскакивала. Пониже, пониже. А, ну... Да, и вот наступил день отъезда с этого острова. Мишка идет,
от катера, который уже загружен под завязку. Лагерь наш опустел. Димка грустный сидит. Да я хочу сказать, что мы прибыли на, как это называется, мы с Каранканьеме. Вот. Ребята отужинали. Здесь у нас телевизор. Попили чаю. Телевизор, спутниковая тарелка. Да, да, там, да, да, телевизор. Гости приходили уже к нам. Гости приходили с соседней избы. Мужики. Это вход на второй этаж. Давай сейчас. Третий день мы на озере. На Каранканьеме. На мысу. Сегодня у нас хорошая погода. Воскресенье. Мы собираемся на Каранканьеме посетить то место, где мы в первый раз вообще приехали в Карелию. Вот это замечательно. Светит солнышко. Вот. Такие наши угодья. Мишка счастливый, довольно идет. А Дим куда-то свалил. Ты его туда позвал? Начал. Что, у него клёв, что ли? Спасибо. У него клёв, что ли? Не поешь, а потом порыбачь ещё. Да, потому что ничего не видно. Попробую я тоже себе. Так, это второй этаж. Здесь Мишка спит. Димка. Ну а здесь мой кабинет. Это лоджия. А это наш шлаг, нет, Миш? Каранканьеме. А будто и не было ничего. Да. Пусто. Что там растут сосны? Все, это история. Вот это вот домик, пожалуйста. Вот такой вот он. Вот, он стоит как бы на возвышенности, и снизу уже идет озеро. Вот, тут как бы получается не само озеро, а залив. Большой довольно-таки залив. Вот. А я хлеб сейчас принесу. И хлеб с ним попью. И там вот дальше уже идет открытое озеро. Поэтому вид из большого окна, вот из того, у нас просто замечательный. Хотя смотреть нам все равно некогда. Мы занимаемся рыбной ловлей. Сейчас заходим. Вот такая здесь прихожая. Дальше баня. Да. Дальше баня вот. Она небольшая. Просто баня смежная. Печка зажечь? Да не надо. Так, небольшая комнатка, в общем. Смежная печь, которая греет дом. Не надо, я уже... Вот здесь такая хозяйственная часть бытовая. Вот. Здесь вот стол.
за которым мы собираемся вечером. Наш, значит, Юрий Григорьевич капитан сделает здесь, пожалуйста, записи, ведет дневник. Сидит один Аки при свечах. Здесь стол, где идет подготовка, раскладка снаряжения. Вот, пожалуйста, снаряжение наше основное. Шутка. Так. Вот, вот это, пожалуйста, нары такие вот. На них матрасы. И спальные мешки здесь папа и Дима. Я вот там сплю наверху. Вот, вот так вот. В общем, вот и все. Да, это наш... Это наша первая бухта. Мы пришли в бухту Кальниеми. Высадились на косу. Мишка собирается на охоту. Димка летает в облаках. Живые. Мишки общипаны. Рябчик. Так, не хватится. А это весь мешок лежит в пакете, можно его взять. Thank you.
Мы вернулись с Калиниеми, затопили баню. Дымок идет. Мишка, ты что делаешь, Миш? Да, добычу. Сейчас посмотрим. Ну вот, он уже их раздербанил. Сейчас последний лоск наводится, перед тем, как отправить их в котел. Не, а Димка чистит хариусов. Сейчас мы их посолим. Слушай, я предлагаю делать вот... Чего? Как у меня теща делала. Она, значит, на масло растительного, потом перчика. Вот. Нет, тут... Миш, масла не будем однозначно. Не надо масла. Ты имеешь в виду когда? Когда сейчас прям масло? Когда они свежие? Вот смотри, растительного масла, соли, перчика, горошками, этима, лаврушки и лимона. И должно все это лежать? Солиться? Ну, оно быстро там. Не, ну давай без масла. Масло, оно испортит, а соль не войдет в рыбу. А, ну согласен. Давай тогда без масла. Рыба... Лимончика надо не дольками. Дольки совсем мало будет лимона, она не замаринуется. А мы сделаем одну рыбку без лимона. Вернее, с дольками, а остальные с соком. Договорились? Давай. Все. Ну что, Дим, получается? Дим, я тебя снимаю для истории. Где твой самый большой хариус? Ты куда их положил? А, ты уже их в миску? Вот лежат под ногами. А, ну это еще. Сегодня понедельник, утро встречает нас хорошей погодой. Солнышко светит, небо голубое. Ребята, на небе света неба, ребята. Чистота. На воде тоже никакой волны, ни ряби, ни ветерка. Ребята сытые и довольные. Налопались рябчиков. Наш рулевой сейчас садится за штурвал. Рулевой. Так. На цифрингу. Стояночка наша. А, сразу обниматься? Красиво, да? Ага. Лебедь плавает или это просто бутылка? Да. Вон на воде. Бутылка.
я снимаю. Вот лишка да вакуумирует остатки последних хариусов. Часть уже в морозилке лежит. Это вот последняя пачка. Заграничный буржуйский прибор. Угу. Который запаковывает рыбу. Рыба по ранжиру построена. Можно еще даже чуть-чуть. Все, теперь на продажу. Эксклюзивная продукция стоит бешеных бабок. Она бесценна. А второй где? Хвост. Уже в холодильник. Какой? Ну вот, мы погрузили вещи. Посидели на дорожку в этом доме. И отправляемся в обратную дорогу домой. Для тебя это не должно волновать. Оставь ключи в замке и все. Слишком много волнуешься с другими. Наш крейсер загружен. И рыбку взяли немного. Вот мы вошли в реку. Я говорю, в реку вошли. Отвалишь в одну и ту же реку, не войдешь. Что вы можете сказать в плане подведения итогов, Дмитрий Юрьевич? Ничего. Здесь на камнях растут деревья, на камнях, и отдыхает солнце свет. Здесь на плечах мохнатых скал, и на камнях растут деревья, на камнях. Так что и ты найдешь здесь то, о чем во снах мечтал.